17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика» и меня зовут Нинор Сибашвили. Сегодня особенный день, потому что в программе «Честное слово» живьем в студии Сергей Алексашенко, экономист. Сергей, здравствуйте. Нина, добрый день. Спасибо большое, что нашли для нас время. Очень рада видеть вас вот так воочию. Большая редкость по последним временам и не только. С какими целями вы приехали в Вильнюс, Сергей? Пообщаться с друзьями. Так. так. Будет ли это как-то оформлено э, Ну, не ну, но. Общение, общение с друзьями оформлено официально. Вот, например, мы с вами общаемся, да? Так. Перед этим я там, с Леонидом Волковым немножечко там в лифте, что называется, вместе проехались, да? С Русланом немножко перетерли. Ну, вот, что называется, вот пообщались, да? Дальше, там, завтра на в Вильнюсе начинается Конгресс Свободной России. Вот Такое вот, что называется, общественно-политическое мероприятие, на котором участвуют люди, у которых объединяет, ну, две Два базовых принципа. Первое, что Путин это зло, а война это плохо. Или хотите наоборот, война это зло, а Путин это плохо. И будет разговор о том, где Россия находится, как Россия живет, какую будущее ожидает Россию. Там в Конгрессе есть люди с разными точками зрения, никакого фильтра с точки зрения, там, вот этих пускаем, этим не пускаем. Нет, ты, если ты выступаешь вот с этими, двумя, с этими двумя принципами, если ты готов под ними подписаться, пожалуйста, приходи и участвуй. И там будет очень много моих хороших друзей, моих хороших знакомых, вот. Ну, и, соответственно, вот, ну, поскольку, поскольку я живу за океаном, да, то для меня вот эта вот роскошь человеческого общения, не через экран компьютера, она, конечно, повышается сильно, да, потому что это в Европе ты сел на самолет, не знаю, там, за час-полтора и за, там, ну, там, в любую точку практически долетел. Из Америки это немножко сложнее. Ну, поэтому вот, да, будет оформлено, но опять, мне кажется, что вот, для меня конгресс это все-таки не, не то, чтобы вот, официальное мероприятие, оформление, там, не знаю, декларация. Нет, это общение с друзьями, в первую очередь с единомышленниками, да, послушать, там, что люди думают, набраться каких-то мыслей, рассказать, о чем я думаю, что меня беспокоит. А, а расскажите нам, если можно... А... Я надеюсь, что это не будет проблематично повторить вам два раза, если на Конгрессе тоже вас спросят. Но что вам важно сейчас сказать? Что важно для вас, чтобы люди услышали? Что важно, чтобы люди услышали? Ну, первое очень важно, чтобы люди услышали, что есть другая точка зрения. Да, что вот то, что называется там громким словом российская политическая оппозиция, что она существует, да, хотя, конечно, назвать ее в полном смысле слова политической оппозиция невозможно. Потому что оппозиция ⁇ это там, силы, которые имеют шанс прийти к власти в результате выборов, да, или в результате процедуры э, смены власти. В России эта процедура не предусмотрена, да, и в России даже та условно то, что называется парламентская оппозиция, ну, в общем, ее тоже оппозиции назвать сложно, потому что к власти у них прийти нет никаких шансов. Да, поэтому люди, у которых там имеется другая точка зрения, другое отношение к войне, другое отношение к Путину, другое отношение к Украине, другое отношение, другой взгляд на место России в современном мире. Вот, и мне кажется, что... Ну, то есть, знаете, как нас... Вот все, кто участвует в Конгрессе, нас с вами, не знаю, вот всеми людьми, которые здесь вот вокруг нас в этом помещении, в здании находятся в офисном, там, мы всегда можем найти точки разногласия мы всегда можем сказать, а вот знаешь, ты думаешь это, а я думаю этот. Я считаю, что лучше огурцы, а вы считаете, что лучше помидоры, или наоборот. Мы можем до хрипоты об этом спорить. Вот мне кажется, что важно попытаться договориться, что есть точки соприкосновения, есть общие позиции, которые нас объединяют, да, и что сейчас, ну, точно совершенно нам нечего делить. У нас нет, вот обсуждать, что лучше помидоры или огурцы сегодня бессмысленно. Потому что, ну, условно говоря, сегодня перед нами стоит вопрос, там, ну, в этой аналогии, сейчас я начал говорить, да, там, как не умереть с голода. И обсуждать вот этот вопрос, что лучше помидоры или огурцы, бессмысленно. Потому что задача это просто вот как-то как ну, не умереть с голода, найти что поесть. Вот, поэтому это, вот, это, наверное, первая часть, да. И вторая часть, э, безусловно, там я буду участвовать. Там, в разговоре про экономику И мне будет интересно послушать разговор Там, где я не участвую в панели Про санкции, про санкционную политику Потому что у меня в последнее время У меня была возможность, что называется Немножко так, проветрить мозги И я пришел к парадоксальному выводу да, О том, что ну, вот, санк, Западные санкции Они, вообще-то говоря, работают очень слабо Но ровно потому, что они сами по себе очень слабые они, они в текущем, скажем так, они в текущем режиме, да, вот по российской экономике мало бьют. А скажите, вот вы так удивляетесь, а какие санкции вы знаете? Ну, вот то, мы же понимаем, да, что условно там 1200 человек, которые подпали под санкции в индивидуальном качестве, это вообще на экономику никак не влияет. А что еще мы знаем? но ну, мы знаем, что с 10 августа Евросоюз прекратил покупать российский уголь. Но мы знаем, что были введены санкции на российские калийные удобрения, прекратили покупать. Там с августа, по-моему, с июля там Евросоюз перестал покупать российскую сталь. Вот это в текущем режиме. А нефть, может быть, что-то случится в начале декабря. Нефтепродукты, может быть, что-то случится в начале февраля. А что еще мы знаем про санкции? Какие еще санкции? Вот. и тут начинается вопрос, да, то есть вот там, ну, сейчас идет как вот, пол, полгода полгода войны и там идет очень большая дискуссия, она еще, там последние месяцы полтора движется, да? о том, санкции работают, санкции не работают, там, там российская экономика упала на 4% во втором квартале, это много или мало, в результате чего она упала. Ну, вот, ну и, собственно говоря, у меня вот такая вот есть протоксальный парадоксальный вывод, что вот санкции, они, санкции очень сильные, касающиеся, скажем так, отрезания российской экономики от технологий современных, да, но это все на будущее. То есть, если вы там, не знаю, какая-то компания, которая решила там, инвестировать в, произво ну, в производство чего-то такого современного, вы компании компания мобильной связи, которая хочет перейти со стандарта 4G на 5G, и вы не можете купить оборудование, то это означает, что там через 2-3-4 года вы 5G не введете. Но в текущем режиме это ни на что не повлияет, правда? Вот все, у вас нет возможности даже планировать переход на 5G. Но сегодня вы продолжаете работать, продолжаете зарабатывать деньги. Сергей, ну, вот такой, да. э -э про текущий режим. Давайте обозначим его пределы, потому что самолеты уже разбирают чтобы сохранить хоть какой-то авиапарк. А автомобильная промышленность уже достигла каких-то однозначных значений 3%, 4%. Нет, Все остальное... так, нет, нет, а нет. В чем я ошибаюсь? Ну, Попробуйте смотрите, смотрите во-первых, от того, что самолеты разбирают, ну, вообще говоря, Россия украла, давайте так прямо говорим, да, Россия украла у лизинговых компаний, у которых там э, взяли самолеты в аренду, она их украла и сказала, мы их вам не вернем. Они теперь наши. И что хотим с ними, то и делаем. И у России есть, я там сейчас точно цифры не помню, ну, по-моему, что-то типа 700 самолетов Airbus и Boeing, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями. Для того пассажиропотока, который есть, столько не нужно. Нужно, не знаю, там 400. Это означает, что в принципе 300 самолетов вы можете использовать ну, знаете, да, на запчасти. Иран так жил 40 лет. Да, нормальная тактика. С точки зрения текущих эконом... текущей экономической ситуации, с точки зрения динамики ВВП. Так еще и ВВП будет расти, потому что мы самолеты разбираем, что надо там заработа, зарплата. У нас ВВП растет от того, что мы разбираем самолеты. Ну, не Ну, послушайте, безумие есть... какое. Без... Безумие. Безумие. Да? Поэтому вот да, это плохо. То есть мы понимаем, да, что поскольку, поскольку ни одна российская компания не сертифицирована ни Боингом, ни Airbus на ремонт, на замену частей, что риск человеческого фактора, человеческой ошибки, такой самодеятельности, да, там, российского инженера-механика, что он такой, одну винтку не довинтил, одну крутку не докрутил. То есть, есть риск? Ну, да, наверное, есть. Но если он не будет вот, разбирать самолеты на запчасти и там, на самолет, который там, с ним что-то случилось, как какая-то какая часть вылетела, да, нужно заменить. Там, купить официально невозможно. Ну, берут, разбирают, ставят. Потому что если не поставить, он не полетит вообще. Ну, вот вы представьте, что вы там э, руководитель ави авиакомпании. А какой у вас есть выбор? У вас нет выбора. Особенно если авиакомпания государственная, да, как Аэрофлот. подчиняется приказу там, президента, правительства. Про автопром. Про автопром ситуация еще интереснее. На самом деле, когда вы говорите о однозначных цифрах, то это уже в прошлом. Да? Это было, по-моему, если я не ошибаюсь, в мае, когда там, производство автомобилей в России составило 3%. А с тех пор потихонечку растет. Сначала было 8, потом 11, сейчас уже 14. Это, одно, это относительно 3, тех 3%? Правильно? Нет, нет, относительно прошлого года. Относительно прошлого года. То есть, если было 3, а сейчас 14, так, ну, по сравнению с маем, посмотрите, какой а рост. А было? 100%, был. Сергей? А, 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 все. Друзья, не не, 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 не нет, нет я, не нет, Нет, не Смотрите, ведь что случилось с российским автопромом? Никаких санкций в отношении российского автопрома применено не было. Просто, Просто не осталось деталей? Про, нет просто западные компании, которым принадлежали автомобильные заводы сборочные, они сказали, мы больше не хотим работать в России. Мы не хотим жить и работать в стране, которая является агрессором. Мы уехали, спасибо, до свидания. И все компании, которые производили комплектующие западные, которые приехали в Россию, они тоже ушли. И в результате заводы остались, станки, оборудование, даже люди работающие остались. А производить невозможно, потому что комплектующих никто не привозит, э -э заводы по производству в России комплектующих не работают. Там э Автоваз долго пыжился, мучился, начал сначала выпускать машины без там подушек безопасности, да, без GPS, там ремень безопасности тоже там через каждую вторую. А потом выяснилось, что Рено оказывается, когда подписал э -э соглашение о продаже своей доли, он сказал, что не, ну вообще говоря, мы вам будем продавать комплектующие и запчасти. И мы смотрим сейчас раз уже Автоваз там говорит там все мы уже там подушки безопасности ставим, а все мы уже там кондиционеры ставим. А То есть, есть? есть выясняется, вы, вот как это дружба-дружба, э, табачок фрось, да, или там ушли из России ушли, но свой бизнес там мы соблюдать будем. То есть Рено по честному продал и московский завод, и продал долю в Автовазе, хотя по честному тоже надо говорить, да, там с правом выкупить обратно через ше, в течение шести лет. А, при этом он сказал, ну что, а зарабатывать на том, что вам продавать будем комплектующие, может быть, не все, но что-то будем. Вот, вот так. И вот мы смотрим, раз там АвтоВАЗ уже начинает как-то шевелиться. Еще раз, я не я повторю, никаких санкций в отношении АвтоВАЗа нету. Более того, там э, в АвтоВАЗе там, два акционера, российское правительство в лице этого института НАМИ и Ростех. Контрольным пакетом владеет институт НАМИ. Придраться невозможно, но не под санкциями. Все, вот так, знаете, и получается, что так раз, раз, раз. То есть, да, Автопром провалился. Но он провалился не потому, что были введены какие-то санкции. Он провалился, ну, как можно называть это добровольные санкции западных компаний. Когда они сказали: все, он не хотим". Моральные санкции, моральное осуждение того, что делает Россия, того, что делает Путин. И в результате вот Автопром был 3%, стал 14%. Классно, все растет. Самолет разбираем, ВВП растет. Но нам что-то продал ВВП по сравнению с Маем вырос, да? Как так получилось, что полгода замахивались, а в итоге закончилось таким аккуратным щелбаном? Ну, здесь можно обсуждать очень много и там, искать вариантов. Да? Ведь в голову уже к ним не залезешь. И по-честному, ни люди в Вашингтоне, ни люди в Брюсселе, они тебе всей правды никогда не расскажут. Мне кажется, что они сами себе ее не рассказывают. И поэтому о том, что они думали, как они думали. И почему так получилось, можно только пытаться как-то догадываться, да? вот берешь их, там набор действий, что они сделали, что они говорили, да, и думаешь, окей, давайте предположим, да, вот как какие у них могли быть мысли? Мне казалось, мне кажется, что э, вот э, администрация США она неким образом как э, оказалась заложником того, что она поверила, что в 2014 году вот если помните, там в декабре 2014 года был такой жесточайший валютный кризис в России Да, вот администрация США поверила, что этот валютный кризис случился в результате санкций Ну просто, что это мы? Да, если помните, там в январе 2015 года президент Обама говорит Вот, российская экономика разорвана в клочья Была такая фраза Russian economy is in tatters То есть вот, просто тузик грелку порвал это он тузик, а да, российская экономика грелка. Вот. Но все почему-то забывают об этом говорить, что вот период там, с середины 2014 года и до конца 2014 года цены на нефть упали больше, чем в два раза. два раза. И это оказало гораздо большее влияние. То есть там, конечно, санкции повлияли, потому что там, для российских банков и компаний закрыли выход на рынки капитала. Цена на нефть упала, долги и так далее. Но фактор влияния нефтяных цен он оказался гораздо сильнее. Вот. И, но поскольку, поскольку в тот раз в тот раз. Ну, там же люди, они там в 2014 году была администрация демократическая, сейчас администрация демократическая. Многие люди те же самые. Ну, раз в 2014 году все так получилось классно. Так мы давайте в этом году тоже ударим, в этот раз тоже ударим по финансовому сектору. Чего мы там в прошлый раз не сделали? Мы активы Центрального банка не заморозили. Давайте мы их заморозим, и все будет хорошо. Мы добьемся того, чего хотим. Вот. А, и здесь, вот, мне, ну, собственно говоря, на самом деле, опять, да, там, хорошо, как говорит, каждым не себя стратегом в виде боя со стороны. Да, и там оглядываясь назад, всегда можно там что-то такое сказать, что слушайте, а как интересно. Мне тоже казалось, что замораживание активов Центрального банка и курс счетов Центрального банка могло бы оказать там, более сильное воздействие на российскую экономику. Вот. А потом я вот, как-то придумал сравнение, смотрите. Вот у вас есть какие-то текущие доходы, да? и у вас есть большой депозит в банке. И вот по каким-то причинам... Банк заморозил ваш депозит. Да? и вот вы в ярости. Вы в ужасе первое время. Ну как так? Это же мои деньги. А потом и вот там начинаете шарахаться, дергаться. Какие-то решения так хаотически принимаете. А потом садитесь спокойно так размышляете. Так, ну хорошо. Ну вот у меня есть текущие доходы. В принципе, мне на жизнь хватает там, не знаю, там 90% того, что я получаю. А я так или иначе там 10% откладываю. Вот я в принципе могу без этого делать. То есть мне неприятно. Без депозита. Ну, Вообще-то говоря, мою текущую жизнь это замораживание депозита никак не, не, не ограничено. Вот я как жила, потому что с текущими доходами ничего не случилось. И, а здесь получилась вот та же самая ситуация: да, что в, вопреки тому, что, ну, как в противоположность тому, что было в 2014 году, цены на нефть не падали, а наоборот, выросли. Да, и выясняется, что в российскую экономику приходит столько валюты, что там, у Центрального банка проблема с тем, что они еще там запретили отток капитала. Но это же тоже, если смотреть на перспективу относительно э, недалекую, все очень конечно. Э, стоит только ввести седьмой и восьмой пакеты санкций, где прописаны эти границы. Они уже не знают, что делать. Не Нет, не, они не могут, смотрите. Ведь а, вот российская экономика, она же она неэффективная, но она очень устойчивая. Да? То есть ее основа ⁇ экспорт сырья. И Россия играет там, ключевую роль на многих сырьевых рынках. Там, помимо нефти и газа, там, это еще там, и никель, и палладий, и древесина, и медь. И нельзя Россия. без России... Вот, там, опять вспомните, в 2018 году, по да, там американцы собрались вести санкции, ввели санкции против Олега Дерипаски и объявили, что там, через какое-то время, не помню, там, через 6 недель, через 8 недель, мы ведем санкции в отношении Русала, компании, где он был главным акционером, и что с ней запрещено будет иметь какие-то контракты. То есть, санкции пообещали там, через несколько недель. А через две недели, когда еще санкций никаких не было, цены на алюминий взлетели на 20%. Потому что все стали, начали обрывать связи с «Русалом». А это там, один из крупнейших поставщиков металла в мире. Да, вот, если там, выкинуть Китай, который весь производимый алюминий он потребляет внутри страны, практически ничего не экспортирует, да, то вообще «Русал» – крупнейший экспортер алюминия в мире. И все, они сказали, ой, стоп, 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 не можем, нет, давайте мы отменим там. Ну, то есть придумали некую конструкцию и санкции. То же самое здесь с нефтью, посмотрите, что получилось. Да, ведь э, США и Канада ввели запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов в начале марта, там, если помню, 8-10 числа, где-то вот в это время. И уже все начали думать, ну что, сейчас еще и Евросоюз введет. Там все разговоры, там трейдеры перестали покупать российскую нефть, перестали покупать российские нефтепродукты, они исчезли с терминалов, вот котировки, не все, все. и там добыча нефти в России начала снижаться, переработка нефти в России начала снижаться, а потом Евросоюз стал так, а что мы делать-то будем, а как, а куда? И там раз, 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 и, и, так, и так, не вводят, неделю не вводят, месяц не вводят, два месяца не вводят. Потом появляется шестой пакет санкций, и говорит: да не, ну мы введем, ну где-нибудь там в декабре, опа добыча нефти в России выросла, переработка нефти в России выросла, экспорт нефти из России вырос. Ну как вот вот такой вот как в такой ситуации российская экономика может рухнуть? Вот объясните мне, пожалуйста, есть условный европейский чиновник, да. условный большой европейской процветающей страны да. с сильной экономикой, который долгое время сидел на нефтяной игле российской. Да. И сейчас должен решить для себя очень такой сложный, очень неприятный вопрос: вот что он делает, продолжает покупать нефть по приятной для себя цене э, и делать вид, что войны не происходит, продолжает из-под полы покупать эту нефть, но понимает, что идет война и жертвует большие суммы денег на восстановление Украины, на поддержку, даже какое-то свое оружие отдает. Что из этого э, является более выгодной экономической моделью? Не легче ли было, например, отказаться от э, приятной дешевой нефти и, и поменять себе поставщиков? И покупать ее чуть задороже, зато не поддерживать войну, которая еще откусывает от бюджета большие куски денег. не ну, Вот если вы возьмете всю нефть, которая в мире продается от одной страны к другой, то доля России на этом рынке 17,5%. 17,5%. То есть ну, очень грубо каждая шестая тонна нефти с учетом нефтепродуктов она продается России. И если Европа не купит эту нефть, а купит нефть из Анголы, из Саудовской Аравии... То, то те, купит ее у России? То те, кто покупали нефть у Анголы и у Саудовской Аравии, будут покупать нефть у России. Ну, просто мировой рынок нефти без России сбалансироваться не может. И никто не может добыть столько нефти, чтобы заместить Россию. Поэтому я, собственно говоря, изначально, когда эта тема только начала обсуждаться, я, моя позиция была достаточно откровенная, там, я вся, со всеми, с кем я на эту тему говорил, я говорил, ребят, эта схема работать не будет, потому что мировой рынок нефти не выживет без российской нефти. И вы неправильно ставите задачу. Задача состоит не в том, чтобы не покупать российскую нефть. Ну, Америка, она ее и не покупала, и поэтому декларация о том, что Америка вела эмбарго на покупку российской нефти, она казалась такой пустышкой, ну, покупали не знаю, мелочи. Можно не покупать, Америка не почувствует, и Россия не почувствует. А Европа, там, вот весь мир, там, развитый, ну, да, можно, конечно, там. Че, что, что в результате получилось? Там, в результате э, условная Европа покупает условно у Анголы, у Саудовской Аравии нефть по мировым ценам. А российская нефть с дисконтом продается тем, кто раньше покупал Анголу, Садовской Аравии. То есть Индии и Китаю. Вот скажите, пожалуйста, кто, какая цель? Вот что достигнуто в результате такой политики? В результате такой политики Индия и Китай, их экономики датируются. Да? Ну, или они стали бенефициарами санкционной политики. Ну да, конечно, там, условно, можно себя радовать тем, что там, на российскую нефть есть скидка что Россия получает там, не знаю, на 25-30 на долларов меньше, чем там, цена, ну, условно говоря, для Европы. Но этот не, эта цена на нефть, она там, на 30%, на 27%, точнее говоря, да, выше, чем в прошлом году. И там средняя цена российской нефти в этом году, ну, там что-то между 80 и 85 долларов за баррель, она более чем комфортна для России. Да, конечно, это, там, условно, если было бы 100 или 105 или 110, это было бы лучше. Но, в принципе, и 85 тоже хорошо. Да, и мне кажется, просто вот в этой конструкции, вот если сейчас мы говорим там, о санкциях на нефть, э, задача была неправильно поставлена. Да, ведь задача должна была, ну, с моей точки зрения, если бы я оставил задачу, я бы оставил задачу ограничить возможности России по использованию долларов. То есть, ведь вот опять, вот предположим, там, опять, ну, опять, что далеко ходить, там вот есть огромное количество россиян, да, у которых Центральный банк заморозил валютные сбережения. То вот есть, их нельзя получить, то есть, можем получить в рублях, но нельзя получить в долларах. Да? И получается, что вот, вот Доллар вы получить не можете. Вам нужно там, из России собираетесь Ехать в командировку, в туристическую поездку. Вы хотите получить там, наличные деньги, а вам мало а. Ну а тебе, типа, рубли дадим по, по курсу, не знаю, там, 56. Да, не знаю, там, а ты пойдешь на улицу и купишь доллар по 66. Ну вот, то есть, если ты доллар не можешь потратить, то, то, то его цена равна нулю. Да? Вот, поэтому, если бы если бы западные там, политики принимали решения, которые ограничили возможность там, использования тех долларов, которые получает Россия от экспорта нефти и газа, то это были гораздо более эффективные меры. Но они, вот, как сказать, пошли своим путем. Ну, то есть тем путем, который им казался... Вот, предпо... я, опять я могу сказать, что огромное количество людей, огромное количество там, экспертов, которые привлекались к обсуждению, они все в один голос там, практически говорили, что да, это правильно, это нужно, это будет работать. И никакие три аргумента о том, что... Вот, не, не сложится, баланс не сходится. Нет. Тогда объясните, пожалуйста, Кольну Фару, который слушает нас из Москвы который с вами в корне не согласен, Сергей, и пишет, санкции сильно работают внутри страны, это чувствуется очень и заметно во всех сферах, что не возьми. Особенно э, большое внимание уделяются ценам, которые выросли, и я знаю, что у вас на YouTube-канале тоже есть такой небольшой проект, и э, популярная политика в своих эфирах рассказывает про Pricing Day, где тоже отслеживаются цены на определенную категорию товаров в супермаркете. Тогда почему растет э, цена на продукты, если санкции не работают? Фару? Да. Вот, уважаемый Кулин Фароу, смотрите, я предположим, что мы с вами анализируем одну группу товарную под названием безалкогольные газированные напитки. Доля Кока-Колы и Пепси-Колы на этом рынке была где-то 11,5-12% совокупной доли. И они ушли с этого рынка, из России. Они перестали производить газировку. А спрос людей с россиян на газировку летом ну, вырос, но, тем более, что жарко. Как вы считаете, что происходит с ценами на газировку, когда предложение газировки упало? Цены растут. Скажите, пожалуйста, а какие санкции были введены в отношении газировки? Кока-кола уходит из стоп, России. Стоп. А Кока-Кола ушла из России не потому, что ей приказали. Или не потому, потому что ей запретили? реально морально не может поддержать. Стоп. Выбор. Стоп, и все правильно, ну потому что это было моральное решение, да, это моральное осуждение, моральная позиция руководства компании и многих других компаний, которые поступили точно самое, но это не имеет никакого отношения к санкциям. То есть, простите, мы тогда сейчас здесь суммируем очень важный момент. Моральное давление со стороны компаний, которые решили не сотрудничать больше с Россией, оказало больше воздействия Гораздо на экономику, более сильной, да. чем да, санкционные пакеты. Да, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Потому что когда компания прекращает, вот, как кока кола взяли и остановили работу, вот просто мгновенно, да, и это сразу сказывается на темпах ВВП. Автомобильные компании ушли из России, и это сразу остановило там кучу предприятий, не только там эти сборочные предприятия, но и кучу как бы, предприятий, которые поставляют им комплектующие изделия, да, там, не знаю, там, аэрофлоту запретили, российским авиакомпаниям запретили летать за границу, да, и в результате вот там, международные полеты резко сократились. Но это, кстати, я неправильно принял, это санкции. Что-то еще хотел сказать, какой то был у меня пример. Икеа. Икеа годовой объем продаж Икеа в России был примерно на уровне 1 трети от производства мебели всеми компаниями в России. То есть я понимаю, что это не совсем адекватное сравнение, чтобы мы понимали, да, что Икеа сама по себе, там, один из крупнейших ритейловых сетей, то есть вот это макроэкономическая величина. И когда она остановила продажи, да, то мы понимаем, что вот это и есть падение ВВП. А это не санкции. Да, поэтому, да, все правильно, но вы очень четко сказали, да, вот этот вывод, что уда реальный удар по экономике России был нанесен главным образом. Кстати, есть еще один удар, который нанесен лично Владимиром Путиным. <laughs> нет, 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 это правда. Вот только, только не смейтесь, только не смейтесь, да, потому что начиная с августа прошлого года, то есть уже там, второй год идет, Путин сокращает экспорт газа в Европу по трубе, по трубопроводу. То есть, ему есть статистика, там она где-то до. По-моему, середины апреля есть данные, которые Газпрома ежедневно вывешивались на сайте. Да, ну а после этого есть такие эпизодические данные, которые позволяют восстановить что все, что происходит дальше. Вот, начиная с августа прошлого года Газпром постепенно сокращал, сокращал, сокращал экспорт газа. В результате там, в июне добыча газа в России оказалась на 20% меньше, чем в прошлом году. То есть вот, никаких санкций в отношении российского газа не было. Никаких ограничений в отношении Газпрома не было, но был личный приказ там, Путина, который сказал ограничить. Вот и российский ВВП упал. То есть, вот, если кто там рушит, обрушивает российский ВВП, то это лично Путин. Да, Владимир Владимирович изобрел какую-то новую дисциплину, у него, он Дюдо, да, увлекался, и у него сейчас это. <сих> удары по экономике. Удары по экономике, да, да. крушим экономику. К вопросу о ВВП. Сергей, как раз Константин Сонин буквально, не знаю, на днях или если не сегодня, опубликовал довольно интересный пост у себя в Фейсбуке, не знаю, читали вы или нет, как раз про, про падение ВВП и про то, с каким спокойствием на этот счет рассуждают разные эксперты-аналитики. У вас очень... Успокаивающий тон, несмотря на то, что вещи, вы произносите, довольно жуткие, и довольно страшные. Вот, например, согласна с Константином Сониным, когда он говорит, что сохранять спокойствие в нынешней ситуации это просто неадекватно. И катастрофу, видимо, каких-то таких масштабов, несмотря на то, что вы опять же говорите, что российская экономика никуда не рухнула и вряд ли рухнет. Как выбрать баланс? Что сейчас происходит? Как понять? Вот, например, тем людям, у кого нет экономических степеней и нет никаких а, специальных дипломов? не, ну, ну смотрите. Я плохой актер, да, и я не умею эмоциями вот давить на зрителя, да. И вот я предпочитаю, ну, у меня такой стиль разговора, да, то есть я опираюсь на цифры, факты, на сухие цифры и факты, и дальше предлагаю моему собеседнику. Внимательно слушать. Меня интересуют собеседники, которые слушают, которые не реагируют. И, конечно, я могу вбегать там в студию, читать: о, ужас, 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 российская экономика рухнула, а американский доллар провалится в тартарары в ближайшее время. И убегать из студии. И буду собирать огромное количество зрителей, огромное количество лайков, потому что любителей вот таких конспирологических, легких теорий, где не надо думать, их очень много. Меня это не устраивает. Я предпочитаю анализировать цифры и факты. И вот, ну что значит не говорить спокойно? Я сказал, что там российская экономика, э, если посчитать ее, как она упала, там, второй квартал этого года к первому кварталу этого года, то годовой темп падения составляет 25 Ну то есть это означает, что если с таким темпом российская экономика будет падать еще три квартала подряд, то она сократится на 25 на четверть. Вот, ну что, как, как, вот я считаю, что мой слушатель, мой собеседник, он должен понимать эти слова. Ну, потому что если он хочет разбираться в экономике, он должен как-то вот, ну, минимально понимать цифры. Да, вот с моей точки зрения, там, падение экономики со скоростью 25% годовых – это реальная катастрофа. Да? ну, я не знаю, что, что волосы на себе рвать, да, оставшиеся, не знаю, там, кричать, рвать рубаху, ну, Слушайте, так Владимир Путин, как это помните там государь императора, что англичане ружья кирпичом не чистят, да, ну что, что я должен делать, чтобы там вот на людей произвести впечатление, вот, поэтому, ну, не знаю, спокойно, ну можно можно говорить неспокойно. да, я считаю, что там в российской экономике Главные события, там, или, там, главные катастрофические события еще впереди. И, собственно говоря, опять можно там, поднять то, что я говорил там, в марте, в апреле. Я говорил, что очень трудно сейчас оценивать падение тогда российской экономики, потому что у нас нет достоверной статистики. Нужно подождать июля-августа, когда появятся цифры. Тогда мы сможем более адекватно об этом говорить. Вот приходит июль-август, и мы говорим, вот, вот что происходит. И если вы вспомните там, прогнозы даже того же самого Центрального банка, который с точки зрения прогнозирования ну, на, находится там, впереди там, всех, на многих других там, российских институтов, они говорили, там, что там, российская экономика упадет там, на 8, на 10, а то и на 12%. Но сейчас мы понимаем, что там, есть там, падение четвертого квартала к четвертому кварталу, а есть падение среднего, 22-го года, к среднему, 21 первому. Вот чтобы российская экономика упала по итогам года, там, средний 22 к среднему 21 на 8 процентов, четвертый квартал к четвертому должен упасть процентов на 20. Но уже понятно, что этого не произойдет, потому что никаких вот реальных санкций по текущему состоянию российской экономики не произошло. Вот поэтому я предпочитаю разговаривать с умными собеседниками, которые слушают, о чем говорят, а не реагируют на эмоции. Поэтому, если у Сонина есть другой подход, ну, пожалуйста, имеет право, ну, профессор все-таки, правда. Тогда э, давайте продолжим. Тоже к вопросу о том, что может э, эту ситуацию хоть как-то изменить, хоть как-то на эту ситуацию повлиять, и немножечко затрагивая начало нашего с вами разговора. Э, вот вспомним один из недавних тредов Алексея Навального, которого сегодня, кстати, снова отправили в ШИЗО, из-за того, что слишком он активный для заключенного. Алексей Навальный, который э, даже из тюрьмы умудряется участвовать в российской политике в оставшейся, и параллельно то, чем занимается э, структура Алексея Навального ФБК, в частности, вот этот список 6 тысяч, Алексей Навальный пишет. Далее цитаты. Давление на коррумпированную путинскую элиту, вплоть до ее раскола, это то, что нужно сейчас. Сейчас из 200 путинских олигархов по списку Форбс под санкциями лишь 46. И пропагандисты, призывающие к убийствам, катаются на выходных в Берлин. Это положение абсолютно комфортно для путинской элиты. Зачем отказывать Путину в лояльности, если они продолжают пользоваться всеми благами и приоритетами Запада? Во-первых, согласны ли вы с этой позицией? И во-вторых, действительно ли раскол путинской элиты это вот то самая самая серебряная пуля, которая поможет глобально изменить ситуацию. Я согласен с Алексеем в том плане, что э, эта ситуация с персональными санкциями э, она выглядит странно и смешно, да, потому что, ну, я опять как мы с вами говорили до начала эфира, да, что очень легко найти между нами разногласия между всем, да? Соответственно, ну правда, вот и огурцы, помидоры. Да? Смотрите, я считаю, что в санкционной политике там можно гнаться за количеством, и там тысяча человек под санкциями, две тысячи, шесть тысяч человек, а можно гнаться за качеством. И вот, когда у меня был разговор с, с очень высокопоставленными людьми в Вашингтоне, я им так и сказал, что люди, ребят, послушайте, вот в моем понимании бессмысленно обсуждать там тысячу или шесть тысяч человек под санкции. Просто если у вас один и тот же чиновник, он есть под санкциями Евросоюза, но его нет под санкциями США, то это или нет под санкциями Великобритании, то это означает, что вы ему даете окошко. Если у вас дети, жена там, высокопоставленного российского чиновника или высокопоставленного российского бизнесмена там, не попали под санкции, а вся собственность записана европейская на них, то это означает, что ваша санкционная политика не имеет никакого смысла. Вот возьмите для начала первый топ-100 и проверьте, что эти люди находятся под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, там, Японии, Кореи. После этого смотрите, их жены, там, мужья, дети, братья тоже попали. По... Прошли первые 100, выровняли, делайте следующие 200. Да? И так далее. Вот тогда давление на, Путин, на Путинское окружение, давление на верхний там, как правящий слой в России, оно будет системным и ощутимым. Тогда будут видеть. И вопрос будет в том, что это не вопрос, да или нет, дойдут до меня санкции или не дойдут. Да, вопрос, когда они до меня дойдут. И каждый начнет быстренько считать. Да, и вот так раз, и вот относится, как каток едет на вас, и вы не можете его остановить. Вот как мне обиделась бы правильная санкционная политика. Что касается, приведет она к расколу элит, приведет она к недовольству Путиным, да, приведет. Только не нужно думать, что если санкции вот даже там не знаю версии Алексея или там моей версии будут введены, не знаю, там через неделю, что через две недели путинская элита расколется. Да нет, конечно. Потому что если бы эти санкции, о которых мы сейчас говорим, вводились бы в 2014 году, то войны 22 -го года не было бы. Да, потому что вот за, там, для того, чтобы недовольство Путиным достигло каких-то больших значений, для того, чтобы он мог так или иначе ощутить это давление со стороны людей, которые находятся вокруг него, для того, чтобы на том Совете Безопасности, который мы видели, нашлись люди, которые сказали, Владимир Владимирович, все что угодно, только не это. Да? Или там, до этого Совета Безопасности. Да? Вот. Для этого должно пройти время. Ну, потому что, когда тебя не пускают там, в Европу в течение там, двух месяцев, трех месяцев или даже полугода, ну, ничего, можно прожить правда вон там была было коронавирус там мы год все сидели и там слетать даже никуда нельзя было да там любой полет сопровождался какими-то кучами ограничений возможностей там там границу пересечь там невозможность Твои из страны тебя выпускают а в другую страну не впускают ну и так далее то есть в принципе вот как-то ну то есть жить в условиях там условно год прожить в условиях коронавирусной эпидемии и не иметь возможности куда-то полететь ну мы жили в таком ничего как-то выжили все правда никто не умер особо так вот, от, от того что не стал ездить поэтому когда мы говорим о давлении на окруж Путина, да, на российскую элиту, для этого нужно время. Первое, ты должен быть каток, который едет. И так показывает всем, что нет то есть условно говоря, там, там, не знаю, там руководство центрального банка, оно практически не затронуто санкциями. Затронут только те люди, которые сидят в совете директоров банка Открытия. Ну там как будто не коток, а грабелька какая-то, вот. которая вот. очень а, а, если, а, а если грабелька, то ну, мышь, ну, ты, 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 может, меня еще и не затронет, правда? Ну то есть европейская и западная бюрократия мы ставим двойку. Неудовлетворительная работа по состоянию э, на сегодняшний день. Ну путей. я, я не стал говорить двойку, а сказал, что по персональным санкциям это на уровне тройки. На уровне ну, так, тройки. Да. Да. Так, uh, у нас есть в списке учеников еще uh, категория однограждан, с которых хотелось бы, наверное, спросить, или хотя бы себе поставить вопрос: что сделано, что должно быть сделано, uh, к Украине никаких вопросов. Вот мы с вами почти весь эфир обсуждаем: m, европейскую бюрократию и вот западные элиты. Uh, что касается. Самих граждан России. И тут такой завуалированный вопрос, потому что, видимо, очень хочется людям, чтобы вы порассуждали на тему виз, вопрос звучит так: от Миссин Хейлер. Нино, спросите, пожалуйста, у гостя, может ли запрет или ограничение выдачи виз для россиян повлиять на экономическую ситуацию в России и Европе? Ну, понятно, что, ну, вряд ли, наверное, это я предположу. Но полностью отдаю вам на откудку, под не, ну, не попросить. Сгл... Вы, вы абсолютно правильно ответили на этот вопрос, да, потому что, ну, конечно, от того, что россияне, предположим, гипотетически лишаться возможности вообще ездить в Европу, ну, в экономике России, ну, опять можно говорить, что там, ну, можно говорить, что вообще ничего не случится, да, можно сказать, что там в результате внешний туризм заменится на внутренний туризм, да, они будут больше ездить по стране и тратить деньги в России. Но сказать, что там российская экономика всерьез как-то ощутит эти потери, нет, невозможно. Качество жизни людей изменится, да, вырастет раздел, вот, водораздел, не знаю, барьер между россиянами и европейцами. Да, будет железный занавес, да, исчезнет возможность общения с людьми, с которыми ты поддерживаешь какие-то связи в других странах, да. Но я не думаю, что это экономические факторы. Uh -huh. А К другим факторам. А, вопрос с визами, я надеюсь, что мы с вами не будем трогать. С другой стороны, если есть что-то... Да, да опять, мне кажется, что здесь нету. Я в самом начале сказал, что я очень хорошо понимаю Владимира Зеленского, который выступил с этой инициативой, да, потому что ему нужно было как-то достучаться и поднять, э, разбудить публику, которая начала уже засыпать от привыкания к войне. Да, и нужно было поднять градус обсуждения, градус, ну, как-то ну, вбросить новую косточку, чтобы собаки начали как-то ворчать, кричать, лаять и обсуждать. К сожалению, на эту удочку европейская бюрократия с радостью повелась, потому что мы с вами не говорили, да, но вообще говоря, война санкциями не выигрывается. То есть те санкции, какие бы они жесткие даже, в моей версии, в вашей версии, в версии Алексея Навального, да, санкции не вводились, этими санкциями войну остановить невозможно и выиграть невозможно. Война выигрывается оружием. И вот вместо того, чтобы обсуждать с Евросоюзом вопрос, с Евросоюзом, с НАТО, вопрос о том, что давайте увеличивать поставки вооружения, Владимир Зеленский подбросил такую хорошую игрушку, да, там, фальшивую цель под названием Давайте обсуждать, что тут есть россияне, которые надо запретить. Я сразу сказал, что послушайте, вот представьте себе, что мы с вами находимся в 1942 году, в Великобритании. И обсуждаем вопрос. Мы, грубо говоря, не в 40-м, не в 40 42-м, извините. Uh, находимся в 1940 году, в Великобритании, и обсуждаем вопрос: мы немецким евреям визы давать будем на въезд в страну или не будем? <coughs> ну, Вообще-то говоря, их уничтожают. А с другой стороны, они же немцы, и пусть несут ответственность, и пусть остаются там. А в 1941 году, не помню, в октябре, по-моему, месяца, в Германии был введен запрет на выезд евреев из страны. Гитлер вел. И к тому времени количество евреев в Германии, с учетом включая Австрию, потому что есть последний там ценз, примерно было 25% от того, что было в 1933 году. Никто из них не выжил. Вот и все. Вопрос. Визы. Вот в современной Европе, да, вот в, на самом деле вот в тот момент, накануне Второй мировой войны, даже в момент начала Второй мировой войны, визы евреям из Германии давались на, на, как бы на иммиграцию такую вот ну, практически постоянную. То есть и США, и Великобритания, и Норвегия, они принимали евреев к себе на жительство. Вот сейчас уехать из России в Европу можно только по туристической визе. Ну, никто вам сейчас в Европе не начнет всерьез обсуждать там, визу политической мигранта или еще чего-то такого. Там да, вообще там посольство плохо выдает. Вот, поэтому вопрос виз, он для меня выглядит вот такой вот. вот ну, в 1940 году мы прекращаем в Великобритании выдавать визы евреям или не прекращаем? Ну, тут, наверное, надо все-таки уточнить, что э, в России, слава богу, пока, физического уничтожения не происходит. Не это как это? А Алексей Навальный, которого отравили? А подождите, ну, дальше мы можем про, про, список будем продолжать? А, вот в том-то и дело, давайте продолжим, потому что буквально на днях а, случилась история с Ройзманом, и стало понятно, что московское следствие параллельно пытается сделать еще одно дело уже по оправданию терроризма. Есть Леонид Гозман, которого вот на 15 суток сейчас посадили. Иван Сафронов, который вот под, под весь этот каток уже попал, вот здесь он уж точно каток, к которому запросили 24 года. А, но не знаю, может быть, это не очень этично разделять условно тюрьму и физическое уничтожение? Или... Или а я, я а, я, а я не разделяю. Я считаю, что это на самом деле это и есть политические репрессии. Да, и я ну, на самом деле, там, достаточно давно еще, когда вот свою контрреволюцию книжку писал, я прямо написал, что то, что делает Путин, это писал я, соответственно, лета 1917 -го года, да, что это и есть репрессии. И не надо делать вид, что размах сталинских репрессий был, не знаю, там, в 100 в тысячу раз, в десять тысяч раз мощнее. Просто в, Сталинце, в сталинское время, в 30-е годы, не было другого способа распространения информации, кроме того, что там, ты видел, что происходит в твоем дворе, в твоем подъезде. И нужно, чтобы было, чтобы каждую ночь приезжал воронок и кого-то забирал. И тогда весь двор знал о том, что лучше селедку в газету с изображением вождя не заворачивать. А сейчас этого не нужно. Сейчас есть средства распространения информации. Вот там, против Ройзмана уголовное дело, мы через 5 минут это знаем. Козман арестовали на 15 суток, мы через 5 минут это все знаем. Достаточно единичных случаев, там, не знаю, там, совершенно неизвестного широкой публике, какого-нибудь активиста из, не знаю, там, провинциального российского города, чтобы никого не обижать, да, вот просто взяли, за, там, плакат с белым листом бумаги, или там, за слова ⁇ Нет войны ⁇ или за какой-то пост, или репост, или еще что-то. И мы через пять минут все это знаем. И у каждого человека есть, начинает работать вот эта вот граница. Ты понимаешь, ну, в, в диктаторском режиме, в, дикта, в режиме диктатуры, ну, цена человеческой жизни все-таки свобода, она лучше, чем не свобода, и многие люди с этим согласны. Да, там есть люди, как Алексей, и там Володя Кармурза, которые готовы жертвовать собственным, не знаю, жизнью, благополучием, там, образом жизни, да, как политики двигаться вперед. Но вообще говоря, большинство людей, они на это не готовы. От них нельзя требовать подвига. Нельзя говорить, что, ребят, все на баррикады встали, пошли да, биться. А какая вилка действия? Что можно требовать? Что справедливо было бы требовать от тех, кто остается в России, от тех, кто уехал в первую очередь, наверное? У них как будто бы чуть больше, чуть шире количество инструментов, которыми они могут пользоваться. Ну, от тех, кто уехал, мне кажется, что все понятно, они должны как можно чаще и как можно громче заявлять свою точку зрения. От тех, кто остался, мы можем требовать того, чтобы они не участвовали в формах публичной поддержки, вообще в какой-либо поддержке этой войны и политики Путина. Да, если они находят возможности итальянской забастовки, да, помните, там была акция, буквально там остановим в Россию. 24 августа, в, вот, связи с там, шестимесячным, как с датой, да, 6 месяцев после вторжения российских войск в Украину, было такое общественное движение. Давайте вот типа, там, все, что можно, там, возьмем больничный, не придем на работу, но просто вот давайте какую-то акцию проведем. Вот, что... я, но, опять, я не надо... Вот, я, я Могу громкий, не могу, но ну, в принципе, наверное, могу. Вот давайте все сопротивляться кровавому путинскому режиму, мы все как один сплотимся. Но я понимаю, что пока, пока вот там уровень общественного недовольства в России, тем, что происходит, он не очень высок. Уровень понимания в российском обществе в широком смысле, не тех вот там наших слушателей, я думаю, что наши слушатели, зрители, они очень хорошо понимают, что такое хорошо, а что такое плохо. А вот если в целом в России уровень понимания того, что происходит в стране, он очень низкий. И люди думают, у них совершенно другая картина в голове существует. Соответственно, для тех, кто в России, есть возможность что-то сказать своему другу, приятелю, да. Есть возможность что-то не сделать, да. Сказать, что все должны выйти на баррикады и сопротивляться я не могу. Я понимаю, что цена этого решения слишком высока, и там каждый человек для себя его принимает индивидуально. Последний, наверное, вопрос. Представляете ли вы себе внутреннюю вот эту пропорцию внутри России? Сколько людей понимает, что происходит трагедия, катастрофа, сколько людей продолжает делать вид, или искренне совершенно не отдает никакого внимания происходящим событиям. Фу, не, но у меня нет никаких данных, которые позволяли бы сделать такую оценку интуитивно, вот по каким-то другим, там, не знаю, опросам, расколам я думаю, что есть 15-20% россиян, которые очень хорошо понимают, что происходит, очень хорошо понимают цену, которую там предстоит России заплатить и вообще дают, могут, вот если им дать возможность, они могут дать адекватную оценку тому, что происходит в стране. Думаю, что есть от 30 до не знаю там, до 50%, Людей, которые э, э, занимают позицию, как бы мне кого не замочить. Я получаю удовольствие, ну, такое сад, полусадистское удовлетворение, да, что мы, там, круче всех, пусть, мы же, пусть у нас нет теплого туалета, да, и пусть у нас дети э, в школе не получают завтрака, да, и там крыша в школе течет, и там, пусть у меня бабушка сгорела в доме для престарелых, но зато, если мы можем кого-то навалять, да, вот пусть им тоже будет плохо. Вот есть такое большое количество людей, и я думаю, боюсь, к сожалению, да, ну, там, у меня ощущение, что это там, больше чем 30%, но точно меньше чем половина. А есть э, оставшаяся часть, ну, соответственно, получается там сколько, там, между там 30 и те же самые 50%, люди, которые пытаются не думать. Да, вот я не я, и лошадь не моя. Вот я живу. Я ничего не нарушаю, я никому не пристаю. И дайте мне жить моей обывательской жизнью, мещанской жизнью. И не надо меня... У меня же... У меня... Вот я сейчас с их точки зрения, не, 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 не... я не про себя, а от их. У меня же нет возможности что-то изменить, правда? А И есть. Сейчас. Не, не, не но я, я, я правда говорю, да? То есть, э, чего вы от меня хотите? Вы хотите, чтобы я высказался на эту, на эту тему? А где я могу высказаться? Я что могу прийти на выборы? Я что могу поддержать свою партию? Нет. Ну слушайте, это отстаньте от меня. От меня ничего не зависит, и не надо от меня требовать, чтобы я излагал свою точку зрения. Да? Я думаю, что вот такой, на самом деле, я бы сказал так, что вот интуитивно, я думаю, что это самая большая группа в российском населении, да, которая осознанно абстрагируется. Но опять, ну, как сказать, не нужно... Я в последнее время как-то увлекся слушанием всяких исторических книжек. И, ну вот, например, в Германии времен Первой мировой войны, не Второй, а Первой мировой войны, было практически два правительства. Одно гражданское, которое управляло, ну, занималось там обычными делами страны, а второе военное, генералитет, который вел войну. И если посмотреть на карту, то Первая мировая война нашла за границами Германии. То есть она на территории Германии не шла. И гражданское правительство только в сентябре 2018 года узнало, что Германия находится на крахе накануне вот военного поражения. И что генералы заставили гражданское правительство согласиться на то, чтобы подписать перемирие, а потом и Версальский мирный договор. К вопросу о том, что вот население на самом деле, с точки зрения, вот, используя инструменты ограничения информации и пропаганды, вообще может быть, жить в абсолютно иллюзорном мире. Вот еще раз, России не, в этом отношении не нужно думать, что мы какая-то такая уникальная страна. Много можно примеров найти. И нужно хорошо понимать, что вот почему, когда мы с вами задаете вопрос, что, можно, что могут сделать те, кто здесь и те, кто там, Самое главное ⁇ это рассказывать о том, что происходит, и давать свою оценку тому, что происходит. То есть честное слово. Спасибо большое за ваше честное слово. Сергей Алексашенко, экономист, был гостем нашего эфира. Большое спасибо всем, кто смотрел. Смотрело много людей, это приятно. И спасибо всем, кто посмотрит этот эфир в записи. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться не только на популярную политику, но и на YouTube-канал Сергея Алексашенко. Там много разных интересных видео. Я сама, например, подписана. Спасибо всем большое еще раз. Всего доброго. До скорой встречи и пока.